Транзиранс, с вами Ариран, и это дайджест кей-поп новостей. Сон Джун Ки объявил официально о своих отношениях, прошел фестиваль SBS Гаю Тэджон, активно обсуждаются контракты ребят Big Bang с YG Entertainment. Есть, к сожалению, не очень хорошие новости касательно здоровья некоторых знаменитостей. Об этих и о многих других новостях прямо сейчас будем говорить поподробнее. Полетели! В прошлом новостном выпуске обсуждали ребят Rainy A, это преддебютная группа, которая предположительно под крышей Big Hit Music должна была дебютировать, и крайне была необычная схема их преддебютного продвижения. Если кому-то интересно, я оставлю ссылку на предыдущий сюжет в описании, где рассказывала, что вдруг неожиданно была информация приведена о том, что будут полностью закрыты их социальные сети. И, естественно, это взволновало многих поклонников, уже сформировавшихся вокруг преддебютной группы, дескать, что это может значить. Либо в скором времени ребята должны дебютировать, либо все-таки группа будет расформирована. Я видела в комментариях под прошлым сюжетом, многие из айвиков действительно говорили, что следят за мальчиками и очень ждут их дебюта, и что вот такие новости обеспокоили с одной стороны, с другой стороны Луна, это фандом группы N-Team, делились своим опытом, дескать, преддебютные все материалы и каналы N-Team, то есть End Audition, были закрыты как раз таки накануне их дебюта, дескать, не волнуйтесь, это нормально. К сожалению, это не так, и уже появилась информация о том, что трени A расформированы. Официального заявления от Big Hit Music по этому поводу не было, но в своей социальной сети опубликовал пост Йор Кён Син, который рассказал, что группа на самом деле расформирована. Спасибо большое за воспоминания, которые мы создали вместе с вами, и, пожалуйста, поддерживайте в будущем каждого из ребят. К сожалению, вот так. Чем не угодили ребята, конечно же, мы можем только догадываться конкретно, да, Big Hit Music. Мы знаем, что ранее группу покинул Лео, один из передовых участников Rainy A. Но, как по мне, как человек, который не следил за ребятами постоянно, я все равно могу сказать о высоком уровне талантливости и подготовки мальчишек, потому что действительно и визуал там на высоком уровне. Если посмотреть их танцевальные практики, видно, что там у всех все на месте. Это же касается и вокала, и талантов хип-хоп. Поэтому, честно говоря, не знаю, почему было такое решение. Может быть, если кто-то догадывается, поделитесь своими наблюдениями в комментариях. Как я уже сказала, ребята Big Bang активно сейчас обсуждаются в связи с их контрактами с YG Entertainment. Немножечко ранее я напомню, что группа состояла из 5 человек изначально, да. Группу покинул Сэнри какое-то время назад, это было связано со скандалом. Потом где-то, по-моему, в феврале этого года, 2022, было объявлено, что T.O.P. также разорвал или не продлил свой контракт с YG Entertainment и отправляется в вольное плавание. Тем не менее, ребята представили совместную песню, и казалось бы, вроде вот все начинается, но многие узрели в этом релизе как будто бы прощание Big Bang с поклонниками или что-то вроде того. И вот сейчас появились новости о том, что Тэян не продлил свой контракт с YG Entertainment, вместе с тем переподписал его с Black Label. Что за Black Label, уже ранее вам рассказывала, это дочерняя компания YG Entertainment, но некоторое время назад она стала автономной. Вместе с тем 30% этой компании, конкретно акции, принадлежат YG. И YG уже поделились заявлением по этому поводу, попросили его поддержать, собственно, вот он будет теперь продвигаться там как артист. Естественно, на почве этих новостей стали обсуждаться активно и остальные мальчики. Это Тэсон и G-Dragon, дескать, а что с их контрактами? YG Entertainment отреагировали и на это, сказали, что в данный момент времени ведутся обсуждения. Но вот, когда я села записывать это видео, появилось заявление от YG, что Тэсон не продлил свой контракт с YG. Честно говоря, из заголовка это звучало так, из заявления я, честно говоря, не совсем поняла. Ну, дескать, он готовится к новым стартам, но в разрезе их компании или нет, но, скорее всего, да, действительно, он его не продлил. По G-Dragon информации еще нет, если на монтаже появится, я, конечно же, доставлю в это видео. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к таким новостям? С одной стороны, я всегда радуюсь, что артисты, уже такие выросшие профессионалы, легенды, да, могут, наконец-то, заниматься исключительно тем, что им нравится, и самостоятельно выбирать свой путь. С другой стороны, конечно же, это не обещает каких-то частых возвращений, и возвращений вообще хочется верить, что так или иначе Big Bang будут вечны, да, и хоть раз какое-то время будут нас радовать коллаборациями или совместными релизами. Буду ждать от випов обсуждения этой темы в комментариях.
Появились фотографии из армии Джина из BTS. И это уже официальные фотографии. Тут, собственно, каких-то особых новостей нет. Скажу только про фотки, где он носит стульчики. Было такое ощущение, что этот репортер или фотограф был туда приглашен специально практически для фотосессии Джина. И вот есть такое ощущение, что таким образом армия Южной Кореи повышает свой имидж, да, свою статность и всячески пиарится на Джине. Как бы там ни было, скажу, что Джин выглядит прекрасно и как сияющая звезда на сцене и вот так вот с красными стульчиками в форме, просто прекрасен. И да, после того выпуска, где я поделилась с вами кадрами того, как Джин вот собственно со всеми мобилизированными ребятами куда-то там идет, в глаза бросается его высокий рост, когда на сцене обычно он ну где-то так приблизительно, как остальные ребята выглядят, то, на что обратили многие армии внимание. Конечно же, Джину удачной службы. У нас есть и другие новости по армии. Это Тэмин из Шайни. Кажется, намекнул на дату своей мобилизации. Я напомню, что ранее он был зачислен в оркестр, военный оркестр, и там есть свой определенный срок службы. Но в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен на госслужбу, а госслужба, насколько мне известно, одна из самых, собственно, долгих по срокам. И, естественно, вот этот срок отслужил он там, часть срока отслужил он здесь, и люди не совсем могли просчитать ту дату, когда он должен дембельнуться. Вот он опубликовал сторис с милым котейкой, поздравил с Рождеством и опубликовал дату. Многие считают, что, скорее всего, так он поделился официальной датой своей мобилизации. Это 4 апреля. Если верить подозрениям Шавова, то уже тут 3,5 месяца, даже немножечко меньше осталось до момента его возвращения из армии. К сожалению, не все новости такие приятные. Хон Сок, это участник группы Pentagon Cube, официально подтвердили, что он был демобилизирован раньше времени, и это связано с его ухудшением здоровья. Во-первых, это участившиеся панические атаки, депрессивное расстройство и прогрессирование агорафобии. Агорафобия – это боязнь появляться в людных местах, иногда просто на улице, в самых тяжелых формах человек просто боится выйти из дома, выглянуть в окно или что-то подобное. Я крайне тяжело вообще освещаю подобные новости и вообще представляю, в каком ужасе находятся люди, переживающие такие заболевания, такие душевные состояния. Главное, как по мне, сейчас действительно обеспечить ему необходимый покой и дать возможность ему пролечиться, восстановиться, несмотря на то, что все вот это вот время службы он активно находился в стадии лечения и также регулярно посещал психолога. Как мы видим, вся эта давящая на него атмосфера вылезла ему боком. И, к сожалению, хотя тут, пожалуй, к счастью, он был вынужден раньше закончить свою службу. Cube, естественно, попросили с пониманием отнестись к здоровью участника и к таким новостям, потому что вы знаете, как Южная Корея реагирует на любые поблажки в плане службы. Ему, конечно же, пожелаем скорейшего выздоровления, но с возвращением в любом случае. Хейс, появились новости и по ее здоровью, травмировала колено, как сообщило ее агентство, как раз таки во время подготовки к ее концерту. Насколько я понимаю, у нее целый тур, да, как бы запланирован, ну, по крайней мере, какая-то череда определенных концертов. И вот 21 декабря во время репетиции что-то с ее коленом случилось, она быстро отправилась в больницу, и там сообщили, что у нее разрыв связок и трещина. Это ничего себе такая травма, и несмотря на то, что агентство говорит, что как бы ее состоянию ничто не угрожает, примите во внимание, что на последующих концертах, на которых она сама изъявила желание быть, то есть это 24 и 31 декабря, один из них уже прошел, что она будет с гипсом и будет не такая подвижна. А я вообще как бы считаю, что человек с такими травмами должен отдыхать и восстанавливаться. С другой стороны, я также прекрасно понимаю эту индустрию, когда порой легче отыграть эти концерты и как-то немножечко, да, сократить программу или сделать ее более, ну, так сказать, щадящее, да, чем отменить концерты и не нести там определенных затрат, поэтому тоже Хейс желаем здоровья, и я надеюсь, что она поправится в скором времени, и это пройдет без последствий, потому что, на мой взгляд, связки и трещины это порой даже хуже, чем переломы, но опять же, это все субъективно, и травма травме рознь, а Хейс тоже желаем, конечно же, скорейшего выздоровления.
Хочу поблагодарить Айвят, кто стал спонсором этого новостного выпуска. Во-первых, ванильный кот, спасибо, что отписалась в комментариях и написала, что ты девочка. Потому что я спрашивала в прошлом новостном выпуске, и тут вдруг бомс, от тебя прилетел еще донатик с поддержкой меня. Ты написала новогоднего настроения тебе и твоим зрителям. Спасибо большое и тебе тоже за вот такое пожелание, за поздравление и за поддержку. Еще одно сообщение мне пришло от Марии. Маришечка, спасибо тебе за ту колоссальную сумму, которую ты мне направила. Праздники прислала. Ты написала: «Привет, Ари, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он принес счастье, мир, здоровье и новые творческие идеи. Спасибо тебе, что, несмотря ни на что, радовала нас весь год позитивом и милотой». К сожалению, мне кажется, в этом году я вас не только позитивом радовала, но да, я старалась. И спасибо большое вам, что вы были со мной рядом на протяжении этого года, несмотря ни на что. Девчонки, вам, саранхульки, от меня в качестве благодарности – большая-большая саранхе в самом конце, а теперь возвращаемся к новостям. SBS Guide to John 2022 прошел 24-го, кажется, по-моему, 24 декабря. И всякие разные обсуждения по этому поводу. Я остановлюсь на некоторых, и поскольку мы с вами заговорили за здоровье, скажу, что очень много переживаний вокруг себя собрала Чирион из ИЧИ. А конкретно этот фрагмент видео, где видно, что после выступления ей становится плохо. Как будто бы ее что-то беспокоит, что-то ее болит, и Лия помогает ей уйти со сцены. Естественно, потом люди стали анализировать вообще выступление и ее поведение, и видно, что уже во время выступления ей было не очень хорошо. По этому поводу пока что агентство, то есть JYP Entertainment, не высказались, но, конечно же, мы всегда с вами переживательно относимся, когда к нам на глаза попадают вот такие кадры. С другой стороны, я могу себе представить, сколько такого подобного происходит за пределами объективов камер, да, и наших глаз, конечно же, тоже пусть посмотрят. Скорее поправляется, чтобы там у нее не было. Ча Джун Хван, этот фигурист, который одно время, несмотря на то, что канал посвящен кей-поп и, собственно, немножечко, да, корейскому кино, это парень-фигурист, который привлекал к себе много внимания еще вот когда у нас были, да, было фигурное катание и все остальное, в новостях обозревался как человек, который привлекает к себе множество внимания за счет визуала и харизмы айдола. Также активно обсуждались их более ранние детские профессиональные дружеские взаимоотношения с Сон Хуном из Энхайпен. Как известно, Сон Хун также у нас выходец из фигурного катания. И вот совместное выступление под BTS Black Swan. Просто улет. Ну, во-первых, все рады, конечно же, видеть вот такую коллаборацию, с одной стороны. С другой стороны, вообще его аура, я имею в виду Ча Джун Хвана, Сон Хуна-то мы с вами частенько обсуждаем, бьет в самое сердечко зрителям, говорят: боже, почему вот такой его дебют на сцене и сразу настолько проникновенные четкие взгляды в камеру, как будто бы он занимается этим всю жизнь. Ну хорошо, он занимается катанием, фигурным катанием, и там тоже требуется артистизм, и тоже и порой смотрят в камеру, поэтому это для меня не удивительно, но то, насколько он был хорош, я не могу не согласиться, и, конечно же, теперь все ждут его все-таки почаще на сцене в качестве исполнителя. Я напомню, что он еще и поет, даже как-то участвовал в вокальном конкурсе, так что вот такие новости по этому взаимодействию. Хочется добавить сюда еще одно взаимодействие во время этого фестиваля, тоже касается Энхайпен, а конкретно Сону из Tempest Ханбина. Эти ребята участвовали вместе в Айвент, но Ханбин не попал в группу и позже дебютировал в качестве участника группы Tempest. И вот они там встретились, значит, ручки друг другу пожали, пообнимались, но дружба Сону и Ханбина еще со времен Айвента, да, вирусилась.
и очень многие с любовью наблюдали за их взаимодействиями, и тут, когда Ханбин и Сунов встречаются, они начинают кружить. Собственно, люди не могут оторвать глаз от этих двух счастливых молодых ребят, которые по вот так стечению обстоятельств и воли судьбы оказались в разных группах. Все еще я думаю, что в принципе Ханбин мог бы быть прекрасным участником 8 в Энхайпен, но это мной сейчас говорит как раз таки Инжини, которая в большей степени следит как раз таки за Энхайпен. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что у Ханбина сейчас уже своя прекрасная группа, свой прекрасный коллектив, и возможно он там действительно на своем месте, и поклонники Темпес любят группу такой, какая она есть. В общем-то, не знаю, хотелось мне немножечко поднять настроение всем тем, кто тоже стенит этих мальчишек вот такими приятными взаимодействиями. Со Джун Ки с кем-то встречается. Вот так появились сначала новости. Он возвращался откуда-то или летел куда-то. Короче, в аэропорту его видели с девушкой. Она была все время рядом с ним, то есть он был все время рядом с ней. Не отходил от нее ни на минуту, как это описывается. Всячески ей помогал. И люди такие, они пара. Как оказалось, что да, на самом деле пара. И агентство актера уже заявило официально, что они состоят в отношениях, что они встречаются. Более того, что она из Великобритании и вроде бы как не знаменитость, но тут же появились новости о том, что, дескать, еще числа там 7 декабря он официально представил свою девушку стафу, то есть сотрудникам, на какой-то пресс-конференции, и ранее уже какие-то там празднования были на островах или еще где-то, также она постоянно там где-то рядом с ними. Люди такие сразу, ха, что за девушка? Естественно, на почве этих всех новостей, официально подтвержденных, стали распространяться и всякие разные слухи. Например, то, что девушку вместе с ним видели в отделении акушер-гинекологии. Все, чего они там делали? Точно она беременна, поэтому и внезапные такие новости с подтверждениями официальными. Агентство уже и на это отреагировало, попросили не распространять неподкрепленные слухи и что больше никаких подробностей о личной жизни их артиста они не будут освещать. Естественно, очень много переживаний со стороны многих поклонников Со Джун Ки эти новости, эти сплетни, так сказать, вызвали. Дескать, чего вы вообще лезете в личную жизнь и не стыдно ли вам обсуждать вот такие подробности? Почему посещение акушер-гинеколога сразу же означает беременность? И вообще, где подтверждение тому, что они на самом деле там были? Но это не единственные такие сплетни-слухи, которые поползли, потому что многие посчитали, что, кажется, мы знаем, что это за девушка, британка, и, скорее всего, она актриса. Кэти Луиз Сондерс. Почему люди так подумали? Да потому что еще в сентябре на одном из награждений во время благодарственной речи Со Джун Ки сказал вот такую речь. Он поблагодарил Кэти, Нарву, Майю и Антеса, или Антес, не знаю как правильно. Дело в том, что эта актриса Кэти Луиз Сондерс, я ее не знаю и имя не запомнила, немножко ранее опубликовала пост, в котором называла имена своих собачек, и их как раз таки зовут Майю и Антес. Поэтому многие решили, что это как раз таки она, просто за маской не сильно видно, не сильно понятно. Опять же, появились уже заявления от агентства Со Джун Ки, которые, как гласят заголовки, опровергли его отношения с какой-либо актрисой. Но с другой стороны, в самом заявлении, опять же, я вижу только отсылку на то, что мы ничего не будем подтверждать, кроме самого факта о том, что Со Джун Ки состоит в отношениях. В любом случае, как бы там ни было, поздравляем. Я напомню, что этот у нас прекрасный мужчина уже разведен, и очень много было разговоров еще тогда у его звездной паре. И вот сейчас у него новые отношения. По фотографиям выглядят они шикарно. Стиль у них, мне кажется, гармонично сочетается между собой. Но самое главное, это, конечно же, любовь. И чтобы поменьше все, кому не следует, сували в их отношения свой нос. На закуску оставила Мила ту, которая будет касаться мальчишек Севентин, но в большей степени участницу, актрису каста сериала Wednesday, который сейчас очень популярен, сериал от Netflix, зовут ее Эмма Мейерс. Она сыграла ту блондиночку-оборотня, и вот как оказалось, она поклонница кей-поп. Когда люди пошли шерстить ее социальные сети, она подписана и на Севентин, и на Стейси, и на всяких разных других артистов. Особой любовью пылает как раз таки Севентин, поделилась этим в одном из своих интервью.
Оказалось, что у нее есть подушка Хоши, и на вопрос о том, кто ее бес, она рассказала, что это Джон Хан, а также Эскупс. Она показала их альбомы, говорят, что, по-моему, Хоши и кто-то еще, Дино, да, уже как-то отреагировали на ее упоминание Севентин. Я, честно говоря, не видела, где и как, но вот сейчас караты поклонники Севентин очень рады приветствовать, да и вообще видеть эту девушку в своих рядах. Кто смотрел Венсден, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я тоже смотрела, и как раз-таки Эми, это та из персонажей, да и вообще роль, как она ее исполнила, мне понравилась больше всего. Еще мне понравился там художник по образу, не везде вот прям, но он достаточно интересный, такой колоритный персонаж. Конечно же, сама Венсден тоже такая, да, с изюминкой, но я помню, еще в детстве смотрела сериалы про семейку Адамс. Если кто-то тоже успел посмотреть этот сериал, проникнуться им, делитесь, как вам новости о таком, ну так сказать, интернет-взаимодействии между Эми и также между мальчишками Севентин. Не знаю, стоит ли мне упоминать или нет, прям совсем на закуску взаимодействие Намджуна из BTS с Илоном Маском. Надо ли, не надо? Я не хочу вдаваться вот в эти все подробности касательно Твиттера, директора генерального в качестве Илона Маска, покупку его, им вернее, этой социальной сети и все остальное, а также все остальные штуки, которые он там скандальные пишет. Но я думаю, что многие из вас уже слышали, не так давно он решил, что может, в принципе, и покинуть пост генерального директора, предложил опрос, да или нет, в большинстве своем люди ответили «покидай», и он также упомянул, что подыщет идеальную кандидатуру на пост генерального директора вместо него. Тут этих кандидатур, как оказалось, выдвинули очень многих, и кто-то, кто конкретно, DJ Swivel, он обладатель Грэмми, предложил в качестве кандидатуры мальчишек BTS, написал, что они должны обязательно стать новыми генеральными директорами, на что Илон Маск написал: «отличная идея». На это уже отреагировал и Намджун, который добавил к этой переписке смеющийся смайлик, что бы это значило, но вот в статьях пишут: «как вам предложение президенту Ким Намджуну стать генеральным директором Ким Намджуном?» На этом все новости на данную минуту, которые я собрала для вас, на мой взгляд, самых интересных, на мой вкус. И спасибо большое всем авиатам, кто не забывает ставить большие пальчики вверх. Подпишитесь, если вы еще не подписаны или вдруг YouTube вас случайно отписал. И, конечно же, моя большая благодарность всем авиатам, кто становится спонсорами новостных выпусков. Всех с наступающими новогодними рождественскими праздниками. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.